Я не хотел топак на пак! Ты пошел план на план. Ты будешь или не... А? Ну не, ну если все играют, то я играю. Ну. Не берем самолет. Вообще. Почему? А как же высадка? Нахуй надо. То есть? Ну, сейчас сам Мара придет, расскажет. Потому что у нас теперь старший лейтенант. Мальчик молодой, хочу поиграть с тобой. Угу. Чё ты говоришь? Командуй. Нахуй, а чё самолёты-то не брать? А как высаживаться? Вертолетами без самолетов высаживаться. А я вертолётов нет? Нету, скажу сразу же. Ебать! На один. А нахуй тогда, что нахуй? Чё нахуй? Говори, куда высаживаться. Самар, куда? Офедил, куда? Я иду вот сюда. Прием пиздуть вот сюда. Может, вы наоборот, и я... Хорошо, я-то летал туда, я знаю. Вот. Ну, только мне могут... Единственное место, где прион не въебет. Угу. Мне дофить лево? Чуть-чуть и помогать нам. Чем помогать? Самар, а если они возьмут самолеты и позбивают нам вертолеты? Блять, у меня едут три Невы, какие нахуй самолеты? Блять, ну помнишь, мы брали в прошлый раз, избивали. Здесь маленькая дистанция. Ну хорошо. Они тут же попадут на ПВО. Возьми за 9 штуки 2. И не въеби их, блять, чтоб ты им стрелял, а не дрочил. Я тебе формозу кину. Твой фордик угоняет. Да иди ты в пизду. Так, не мешайте. Z9 две штуки, да? Ебаная сигнализация, блядь. Героям слава. Ёбаный стыд. Тут на машине, наверное, прыгаю за евроинтеграцию. Самар, куда командоску? Оставить тебе? На базе оставь, хуй с тобой. Так. Есть какая-либо возможность, ты в Ми-1 подлетишь вот сюда, понял? Вот. Значит, ПВО вначале полностью на мне. Разве полностью? Я HQ-7, ну, я HQ-7 возьму, и пехотная возьму. Мара, ты не думал о том, что можно вместо QV-1 брать стрелы? Ой, эти иглы. Отстань. Блять, как мне насморк заебал, сука. Ты броню возьмешь или мне брать? Возьму. Ты возьмешь броню? Сколько брони надо и какой? Такой же. Я базовую буду брать. Знаешь, броню. Где-то за 80 возьми вот сюда пару танчиков, чтобы они могли ебнуть что-нибудь у них там. Вот. Так, что у нас? За 80 это крутые танки, я думал за 65. Так, что у нас? Валя, твоя командирка, во-первых, у нас. Да. Да. Валя, тебе надо брать две командирки, придется. Наверное. Сразу на левый фланг. Я возьму Харитона, а Григория с Федором пока рано. То есть. У нас давай по одной... потом вызову сразу же. Ну смотри, можем отдать понт. Так, я надеюсь, что прион не въебет развед. Надеюсь. В принципе, я могу взять самолет, если нужно, но не думаю. Что стоит это делать? Так, пехотки маловато, надо ему пехоткой помочь, там въебет. Прион, ты сейчас будешь визжать. Знаешь почему? Да? Да. Почему? Ты что, расставил? Да. Наши игры идут тебе на пользу. Чувак. Главное влезть, сучка.
Так Прион жрет микрофон. Сейчас главное за девятыми не за вафли, понял? Меня. Да, постараюсь. Бля, они что-то летят даже поздно. Останавливайся и начинай все сбивать, нахуй. Расстрелять, нахуй, блядь. Ну что, у нас все неплохо. Хорошо. Я сразу скажу. Не дай себя прорашить и залететь, ради бога, а то ты умеешь. Основные места заняты, начинаю дефить фланги. Не надо, вот такой. Брион, опиши ситуацию. Твоя задача Т-72 и их замочить. Я вылетаю на них тоже. Почему у них 172S? Мы зовем командирку на Григорге. Давай. Тебя слышно очень тихо, Прион. Ты уж там визжи. Т-72S я наказываю в онлайн режиме, блядь. Постарайся не дать им распространиться вот сюда. Лишние вертолеты убери. Я везу саперу. Аккуратнее. Блядь, да что эти танки делают, курвы? Играй аккуратнее танками. Я пошел еще за одним их танком. Ты там давай работай немножко. Еще один Т-72 наказан. Ну, тут и Валя подошел. Бля, я сейчас начну им писать неприличные слова, ей-богу, блядь. Просто дауны, нахуй. Знаешь, просто после Хантера и Рандома это пиздец. Просто ёбаный дауны, сука. Ты стримишь-то? Да. Все равно ёбаный дауны. Пусть да они... успокойся. Что ты сказал, Серега Самара? Что за 3 года не научиться играть нормально. Стыдно. Стыдно, чуваки. Прион, и подтягивай пехоту свою еще. У тебя там всякие оригинальные специалисты есть. Фланги железно задефаны. Я, наверное. Давай, Прион, ты вызови командирку. Не, я вызвал уже на Федор. Я ж там работаю. Давай, прорекони получше вот эту стрим. А че твоя БРДМ-3 не работает? БРДМ-1 может? А-а-а, вот в чем проблема. Тогда все понятно. Приончик, они спамят, давай там побольше брони. Прион, я нам кидаю в бой огнеметчик. Да,
Masz dla mnie jakieś zadanie? С своим сфером не хочет попадать. Бля, багнутые туры же, вы чё, чуваки? Можно просто удалять сейчас туры из здесь, нахуй. Зажарить нахуй. Прион, усиль, пожалуйста, вот это место спецназа. Они туда пробегают, просачивают. А я сейчас им там выпью. Вот командир. Да. До свидания, ты 72. Опять безнаказанный кил. Блин, ну Денис, ты там все зажарил. Завалю его. А, ты и так его. Приончик. Да. Как ты там? Блять, ужас какой, выходи. Выходи из этой игры, на. Да нет. Прион, мне не хватает твоего спецназа. Говорю, вот сюда пришли нормальную пехоту, которая там все разрулит. Леон, ты услышал меня? Да, да, да. Я просто проверяю. Валь, ты справишься с этой хуйней? Угу. Точно? Точно. ПВО надо, блядь! Есть ПВО, подожди, я должен узнать, что это, антирадарник. У вас 2М4, да, антирадарник? Нет, нет, это другой. Не ушел, не ушел. Но он тебе сжег очень много, потому что ты неправильно применял их. Убил-ка я им командирку, чувак. Убивай. Не, я им жгу танки как говно. Прион, давай там спецназ свой выкажу. Летит серьезный бомбер. Потрачу. Прион, как можно скорее занимаешься саперами, вот пиздуй туда, пехоту, не стой. Они отрезаны и охуют. О, у меня же есть тоже антирадарник. Да, у меня тоже не есть, у меня после... Блять, ну пошутся. После лекции из Укадима у меня такая армия, чувак. Никакая хуйня ничего не сделает. Ты же дожил, эти танки отпят. Человек. Блять! Ну вот я Самара пришел туда, охуенно пришел. Туда надо идти, прион, в любом случае.
Прион, твои когда HQ в поле стоят, враг их видит. И представь себе, он по ним артит. Но я ему уже убил арту. Так что сейчас будет попробовать. Прион, там мы тихонечко загибаемся. Где твои, блядь, саперы? Саперы должны быть в ближнем бою, кидай их сюда. Быстро, из квартала. У меня саперов нет. А, это Валь, Валь, перебегай. Нет. А то на автомат тебя раздрожит. Штурмы С, прикинь. Товарищ Рамирес юзает штурмы С. Ну вот, я не убежал от Шустера. Точнее, гранатомета Г-17 убил саперов. Не добежал, да? Хуёво. Ну мои подтягивают. Ну Прион перестает пехоту вызывать, я не знаю, что он делает. У меня кончается. Ты дурак. Мы только начали воевать. Ты чего-то другого ожидал от спамдеки? Мои парни едут. Но то, что вот сейчас тут случилось, это пиздец. Ну парни не юзают. Кого? Тирадарные. Вот для слабаков, ты ничего не понимаешь. Валь, вот сюда прям хороший рекон пришли, пехотный. Угу. Я видишь, как их наказываю. Божественно. Тунгус КМ убита. Пыщ, ну как бы я пехоту только начинаю вызывать. Сейчас енотики пойдут. У них сопли приехали. Сейчас накажем. Не-не-не, сопли злые. Какие-то они вообще злые. Прион, прыгай бочом с ним там, давай. Блять! Ну, они вызвали новую. Прион, короче, делай, что хочешь, но прорывайся вот сюда. У них ПУшка вылетела. Все, наказал, наверное. Ну, попал хотя бы. Прион, давай, слушай, вызывай пехоту, нужно много пехоты. Да едет, но она же должна сколько-то ехать, сука! У меня едет непрерывно, а твои я вообще не вижу. Мы тут с Валиком пиздец. Ну либо у меня глюки. Давай, к нам разведка вплотную подошла. Вижу, сейчас сформируюсь. Хуясь эту тунгуску. ПУшка идет, будь осторожен. Да, дебил.
Бля, скачет рекон, вот сюда посадите на край, танк просто моргает, ёбищ. Блять. Что там? У нас пехота кончает. Не пехота, а реконов. Реконов нихуя нет. Вот что плохо. Очень плохо. Они вплотную подходят по полю. Сейчас пора жечь вал, короче. Я вот что думаю. Пулеметные танки стали юзабельны. Ну, жучара берет, я, он их не раскусил, а мне понравились. Я даже юнитов не вызывал, я только, бля, вот с ними что-то какая-то спамовая игра идет. Пытаются тупо количеством что-ли выдрочить, непонятно. Танки не вызывают, ну они вызывают, они не доезжают, они все дохнут как говно на подъезде. Прион, давай, давай, не дрочи, развивай. Слушай, ты меня задрал, ну, не дрочи, развивай, он, и так сливается эта пехота тоннами, блядь. Правильно, так и надо, у меня не тоннами, у меня нормально она сливается. Но ты, если ты не дашь, они будут въезжать в этот город бесконечно. Нужно отдавливать его уже до конца. Пора. Там много соплей. О, я залез пехотой, страшно. Давай, иди туда. Она против пехоты сосет. Страшный твой спецназ, который у тебя, наверное, уже кончился. Он кончился, сдох он уже, блядь, давно. Давай, дальше, видно. Валь, 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 надо задефать вот это, я в пятый раз буду. Я за реконю и задефаю. Ну и чё твой... Туда едет Т-72С. Чё, хватит? Нужен еще рекон. Моего может не хватить. Заживо, СПВ. Да, да, я дам. Сейчас прям быстренько. О! Все, я наказал сраный ПУ. А, пришло время антирадарников. Трой меня, там за Т-72 едет, берю и выводи, Валя. Ну, гуски я заберу, если она включит. Бомбанул. Да. Да. Чтобы не насрать. Да, сейчас М1 сосет. Да. Да, Самарка, я прополз, прополз. Давай дальше. А нечем дальше, пехота кончилась. Но то танчик затащил вообще этот, геройски сражал. Ну,
Блядь, да почему они, сука, куда? Идерги. Он что-то про колбаску сказал. Жалко, псов не следовать. Налет, налет. Блять, вот дерьмо. Да, 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 и тысячу раз, да, еще раз, да. У них спам деки кончились юниты, а они у меня только начались в обычный день. Нужна уже броня посерьезнее. Блять, карасы. Сейчас жди сюрприза какого-нибудь залета. Наказал мне 600 поинтов. Такие не сильно. Mm-hmm. Не сильно интересный. Mm-hmm.